Мы предлагаем сегодня нарядные оттенки летней обуви. Речь пойдет не о цветной обуви, а о нарядной светлой. Бежевый, жемчужный цвет, как вам? Мне очень нравится. И сегодня многие женщины не боятся светлых оттенков обуви. Я обрадую вас. Это натуральная кожа. Сегодня белорусские фабрики, с которыми мы тесно сотрудничаем уже не один период, радуют нас не только красивыми эксклюзивными моделями, но самое главное – качеством. О качестве поговорим буквально через несколько секунд. Но пока давайте выберем цвет. Какой вам больше нравится – молочный, белый или бежевый? Размерная линейка от 36 до 42. Но помните, 41, 42 и 36 размер заканчиваются всегда быстрее всего. 3199 рублей, и я предлагаю, Свет, вот о комфорте поговорить, когда мы увидим туфли Анита на нашем подиуме. Мне кажется, все сразу станет ясно. Давайте примерим на себя туфли Анита. Например, мы выбираем брючный ансамбль. Порой многие женщины не знают, что надеть с брюками, и отдают предпочтение спортивной обуви. Но, заметьте, с яркими брюками Олесия и с топом Доминика наши туфли Анита смотрятся, как будто они созданы для этого ансамбля. В чем преимущество этих туфель? Ты знаешь, Ариночка, это не только натуральная кожа. Это стильная перфорация, которая в данном случае выглядит как рисунок. Это удобство, мягкость. Я бы хотела поговорить о качестве еще и подошвы. Это сложный литьевой метод. Вот об этом я расскажу вот буквально совсем немного. Выбираем размер в размер. Самые ходовые, 40-й, 41-й и 42-й, у нас всегда в ограниченном количестве. Да, к сожалению, их меньше всего в обоих цветовых решениях. И правда, Свет, летом нам нужна не только открытая обувь, но иногда закрытая, но при этом, чтобы ножка была дышащей, да. Да, чтобы было дыхание, было комфортно. А почему? Потому что много двигаемся, много путешествуем, много ездим, даже на работу приходится куда-то. Согласна. И вот такая обувь универсальна. Я согласна с тобой. Давайте сейчас посмотрим на качество. Между прочим, Ариша, многие женщины думают, что они выбирают обувь, и если это натуральная кожа, то она будет 100% мягкая и податливая. Нет. Очень важно в обуви качество подошвы. Здесь мы видим с вами литьевой метод. Что это такое? На белорусской фабрике они пользуются хорошими европейскими машинами и оборудованием. Так вот, форма нашей подошвы уже лепится, можно сказать, как пластилин именно в этих формах. Она заливается и соединяется с основой обуви. Поэтому подошва соединяется без клея, без гвоздей, с подошвой, вот именно со стелькой. Она проникает внутрь под воздействием температуры. И у нас получается, что это как литое основа плюс подошва. То есть летом вы уверены, что свою подошву от туфелек Анита вы точно не потеряете. 3199 рублей. Артикул 001 257 623.